Я на Орионе. Отлично. Беги дальше, Фейт. Вроде оторвалась. Пока что да. 2 года в тюрьме, смотрю, на пользу пошли. Беги на Орион. Ну, хоть до зари добралась. А ты кто такой вообще? Как давно в группу пришел? Где-то год назад. А я в ней с детства. Может, хватит здесь права? А хотеть? Еще тебя схватили! И у Нои из-за тебя были проблемы. Да что ты можешь знать? Кое-что знаю. Например, что я быстрее и осторожнее тебя. Фейт, ты уже на Орионе? На нем. А новичок меня жизни пытается учить. Прекратите, оба. Слушайте, вариантов нет. Единственный выход через башню Эвердайн. В башне Кейсек придется драться. Кар, загрузи Фейт боевой мод. Все, готово. Хорошо. Фейт, освежи боевые навыки, прежде чем двигаться дальше. Не надеялся, до этого не дойдет, но, похоже, выбора нет. Не волнуйся, Ной. Я прорвусь. Я знаю. Мод включает голограмму. Фейд, я слежу за твоими показателями отсюда. Давай начнем. Не забывай про элементы окружения. Если в перила впечатать, он встанет не скоро. Проявляй фантазию. Разнообразь атаки, иначе враги будут их перехватывать. Еще лучше, конечно, если ударить одного об другого. Сразу 2 зайцев. Радиоканалы Кейсек немного приутихли, но они знают, что ты где-то здесь, Фейт. Знает, что выходить тебе придется через башню. А по улице не вариант? Мы на землю не спускаемся, если есть возможность. Ты это знаешь, Икар. Знаю, знаю. Отличная серия. Неплохо. Все правильно, Фейт. Продолжай. Ты всегда была отличным бойцом, Фейт. Ты справишься. Вижу паразита! Эй, ты! Я вошла. Ты сможешь, Фейт. Ага, началось.
плечо. Кейсе говорит, что у них там какая-то спецъединица. Может, дрон какой новый или еще что. Будьте начеку. Она не могла. Значит, мертва. Дело пусть команда по уборке достает. У меня другие дела есть. Да, вырубила всех. И медотряд пришлите заодно. У меня все. Справилась, Фейт.